Привет всем, друзья, с вами Мистер Чир, и мы продолжаем карьеру за Илюху Сорокина. Прервалась наша победная серия в матче с Вашингтоном, но соперник был достаточно сложным. Сейчас играем с Детройтом, у них просто какая-то ужасная статистика. 22 победы, 44 поражения, 3 поражения в овертайме. Ну, погнали. Играем в Детройте. Детройт очень ужасно, как я понимаю, стартовал, ну и продолжает играть в НХЛ в этом сезоне. Пастернак открывает счет на первой же минуте. Что-то как-то очень странно. Надеюсь, не будет здесь разгрома, потому что мне будет жалко очень сильно Детройт. Без Дацука они не команда уже, пацаны. Очень легко Ховард пропускает эту шайбу. Ну окей, окей. Маршант на синюю, Марков, Маршант. И просто набросик на ворота. Правильно. Ничего опасного нет. Ту, хорошая передача, бросок. Ховард. Крейчи выкатился, бросил. Ховард вновь. Ух. Непонятно, что это сейчас было. Выше ворот. 1-7-2 статистика за последние 10 игр у Детройта. Всего лишь одна победа. Подставленная клюшка, штанга. Ну, все перехватывается в нашей зоне. Но вот тут потеря была. Выбили клюшку. Дейли. Владеет до сих пор Детройт шайбой. Взяли. Взяли эту шайбу. Сейчас спокойненько. Хоть и боялся, что в противоход эта шайба полетит. Проигрываем вбрасывание. Где шайба-то? Отбили. Передача неплохая. И вот тут в ближний угол. Ну, защитники помогли сейчас вратарю. Есть подбор на синий. Подставленное тело было только что. Не клюшка, а тело. Обратно вернуть. Карло. Дебраск. Дебраск передач на синюю. Миллер. Чуть свой же защитник сейчас не помешал Ховарду засейвить эту шайбу. Дейли на 0 первый период, но не так уж и сложно нам было. Всего лишь 7 бросков, не очень опасных, все нормально. Главное стоять всю игру теперь так. От защитника шайба залетает в наши ворота. Ну, у Дейли хороший шелчок, да. Это я знаю. Шайба летела мимо, но от защитника шайба залетает в ворота. Хочу посмотреть на повторе. Вообще криво шайба летела. Или хотя мы ее обловили. Давайте вот так посмотрим. Вот так вот по шайбе будет видно. Нет, она летела в ворота, но мы ее ловили. И от нас она отлетает в штангу. И залетает в ворота. Вот такие вот шайбы у нас залетают. Вот так вот мы играем на ноль. Маковой. Бержерона. Пастернак вантаймер с развороту. Маршант. Пастернак. Быстрее соображаем. Хороший бросок на добивание. Бержерон. Нет. Белейский. Шайба в воротах. 2-1. Такое ощущение, что Ховард сейчас вновь потерял ворота. Как-то укатился более правому углу к правой штанге. Своей правой. И пустил шайбу как раз таки в левую от себя сторону.
На неудобно, кстати, высоте для вратаря. Над щитком и над... и под блином шайба залетает. Отбор неплохой у Крейчи. Крейчи можно на синюю вернуть. Хорошо, как раз только что сменились игроки. Джорджес. Джорджес будет бросок. Попадает в своего же. Эриксан. Эльм. Ларкен. Ну, мы здесь сейвим. Лейва неплохо. Ну, шикарно. 3-1. Крейчи забивает. Как я понимаю, да? Третью шайбу для нас в этом матче. Шикарно открылся. Шикарная передача от Лейву. Ну, Ховард должен был реагировать на эту шайбу, но он этого не сделал. Шайба прям под носом у него прошла. И он на нее не среагировал. Бержерон на точке. Выигрывает. Маковой. Пастернак! Ну и Бержерон вколачивает четвертую шайбу для нас в этом матче. В открытый угол Ховарда. Ну, здесь стандартная разыгровка Бостона. Выигранное вбрасывание. Передача дальше на право нападающего. И право нападающего уже решает отдавать на игрока, который смещается с точки. Или отдавать на синюю линию. Оттуда также проследует бросок в одно касание. Здесь последовал пас на Бержерона. И он забрасывает легко эту шайбу. Маковой. Свешников. Жесткий силовой аж подлетел. Бержерон, Маршант. Пас на синюю. Марков. Бержерон, Маршант. Ух, с неудобно. Неплохо получилось. Поймали. Не отдам никому. Моя шайба. Выгодное вбрасывание. Оп! Я к этому был готов. Беннет. Бросок. Перекладина или штанга. Что это было? Может, было крестовина. Фиг его знает. Шайба довольно-таки опасно так выскочила. На пятак. Отбили. Пропустили обидную шайбу в этом периоде. Давайте посмотрим по статистике. 18-13 бросков. Получается 5 бросков в этом периоде было по нашим воротам. Мы пропустили один с рикошета. Могли бы его, конечно, и не пускать. И точно вот на Маршанда. Маршант. Бержерону. И бросок. Ну, красиво разыграли. Красиво разыграли. Пятая шайба. 5-1. Детройду нужно менять тренера или... вообще всю команду. Не играет вообще никто. Ну, конечно, Дейли хорошо щелкнул. Да и больше ничего опасного-то они не создают. Свешников. Силовой против него Пастернак. Хорош. Бержерон. Вошел в зону. Бержерон. Бержерон, бросай! Шайба в воротах. 6-1. Тут-ту-ту. Ховард и меня сейчас будут, мне кажется. Второй гол сегодня у Бержерона. 32-й гол в сезоне. Ну, не пошла игра вообще у Ховарда. Не пошла игра у команды. Что-то нужно поменять. А единственное, что можно поменять, это вратаря сейчас. Но Детройт не меняет. Тренер думает, что все-таки пускай Ховард и стоит. И дальше. Крейчи. Выиграл вбрасывание, но не очень удачно. Детройт в атаке. Чейсон. Опа. 10 минут до конца. Белейски. На финтах. Белейски. Не дали бросить сразу же силовой против него. Эриксан. Эльм. Эльм. Некому выбросить. Некому. Опасно. Вошли в зону. Передача в Атрано. Ух. Касание. И 4 минуты Детройт в меньшинстве за 7 минут до конца матча.
Ну. Ужасно, конечно. Ужасно они отыгрывают. Ну и пытаются начать атаку, пытаются сделать что-то. Дейли. Маркаф. Пастернак. Маршант. И тут вантаймер. Это был Бержерон. Это хэт-трик. Это хэт-трик Бержерона. Третья шайба в сезоне. Неплохо разыграли. Вновь раскатали, но все-таки меняют Ховарда. Пустил он 7 шайб. Встает другой вратарь. Мразок. Ну, вроде неплохие два вратаря у них. Но вот так вот летят. Пастернак. Маркаф. Маршант. Передача Пастернаку, и восьмая залетает. Замена вратаря не помогает пока, конечно, Детройту. Третий гол сегодня, два хэт-трика. Первое звено сегодня прям ревет и мечет. Жестко, жестко. Вновь перехват. Плывут. Плывут игроки Детройта. Вот здесь мы сейвим. Очки, два очка. И все. Отлично. Белейский. Белейский бросок. Поставленный конек. Белейский. Ох, штанга-то с неудобной. Ну, красиво. Белейский. Передача на пятак. Спунер. Мразок. Закрыли угол. Минута остается. И девятой шайбы не будет. А видно, конечно, пропускает шайбу с рикошета. Могли бы ее и не пускать и выиграть этот матч в сухую. Увы, 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 может таких шансов больше и не быть. Потому что, ну, как я уже и говорил, несколько раз Детройт не в форме. Но сегодня парни прям в обороне отыгрывают. Прям на 5 с плюсом. Последние секунды. Просто бросить и идти в раздевалку отдыхать. Ну все, победа. Если бы, конечно, не поражение от Вашингтона, было бы все шикарно. И если бы не рикошет, был бы сухарь первый. Обидно. Отыграли хорошо. Командная игра на бест минусом. Не знаю, что нужно было еще сделать для нее. Сделали все, что могли. Получили свои оценки неплохие. Статистика. 31-20. Получается 19 сейвов. Пастернак, Бержерон и Маковой. Ну, у Пастернака вообще 6 очков, у Бержерона 5 очков, у Маковой 3 очка. Ну, шикарная игра. Увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.